Здравствуйте. В эфире новости из Венгрии на телеканале М1. Я их ведущая Дарья Фоменко. Коротко о главном на сегодня. С понедельника открылись все контрольно-пропускные пункты на венгеро-украинской границе. Из-за эпидемии коронавируса до сих пор был открыт только переход Захань, из-за чего образовались огромные очереди по обе стороны границы. За скорейшее открытие выступал и Карпатский венгерский культурный союз. Его председатель Ласло Брензович отметил, венгры Закарпатья фактически были отрезаны от Венгрии. В последние две недели в Венгрии постоянно снижается количество людей, которые ищут работу, заявил госсекретарь по экономической стратегии. Ласло Дёрст подчеркнул, что часть экономически неактивного населения вернулась на рынок труда, и многие хотят переквалифицироваться на другую работу после эпидемии. По последним данным, число безработных в мае увеличилось на 28 тысяч человек. Швейцарская компания по производству датчиков Sensirion планирует построить новый завод в городе Дебрецен. Госсекретарь отметил, что благодаря этой инвестиции в Венгрию будут внедрены высокие технологии. Левенте Мадьяр добавил, что цель правительства не только смягчить экономические последствия кризиса, но и стимулировать инвестиции. Европейский суд начал рассмотрение иска Венгрии против доклада с Аргентины, принятого полтора года назад. Согласно позиции Венгрии, доклад был принят незаконно, поскольку не были учтены голоса воздержавшихся депутатов. Если бы их приняли во внимание, доклад, осуждающий Венгрию, никогда не получил бы большинство. Министр юстиции отметила, лживый доклад с Аргентины был принят промиграционным большинством для того, чтобы оказать давление на миграционную политику Венгрии. Европа заинтересована в стабильности Ливии для того, чтобы обуздать нелегальную миграцию, заявил министр иностранных дел Венгрии перед переговорами в Риме со своим итальянским коллегой. Петер Сиарту отметил, все страны-члены заинтересованы в том, чтобы свести к минимуму нелегальную миграцию в Европейский Союз. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания.